Циклон, который принес наш город осадки, смещается к востоку. Однако синоптики прогнозируют новую непогоду уже к середине недели. Солнечный день ждет уссурийцев только во вторник. Все остальное время на небе будут тучи, но холодов не ожидается. Максимально столбик термометра может опуститься до 12 градусов ниже нуля. Слабый ветер к концу недели перейдет в умеренный. К среде край придет антициклон. Может пойти снег, но на улице потеплее до минус 2. Правда, осадки прекратятся уже на следующий день. И погода наладится.